Проверочка. Так, включение. Значит, какие есть вопросы? Вот здесь без вопросов. А здесь я боюсь применять силу. Он открывается вот так. Чуть-чуть надо. Где-то что-то задевает. Вот оно. Я сюда могу поставить кассету. Не хочу ничего трогать. Так, ну. Так, сейчас перемотаем. Вот, все функции работают. Перекурим, пожалуй, немного. Ну, песенки, сами понимаете. Лазер работает. Так, второй кассетик. Они могут одновременно работать, но это понятно. Вот реверс. Стоп. Перемотка одна. Перемотка вторая. Вот одна перемотка. Вторая перемотка. Так, тут я не разбирался, что тут. Тут что-то, видимо, с ускоренной записью или с последовательным включением. Ускоренная запись. Я думаю, что... Значит, какой есть вопрос здесь? Вот переключение на радио. Вот. Линейный вход я проверял, работает. Ну, это режимы магнитофона. Моностерео. Вот здесь этот переключатель. С ним надо работать. Потому что вот если включить, значит, вот шипение есть. Ни один диапазон. То есть тюнер не включается полностью. Ну, здесь все хорошо крутится. Все бегают стрелочки. Я думаю, это видно. Вот. Точная подстройка. Счетчик. Так, это баланс. Тоже работает. Вот, это магнитофон. Тебя пою. Так, что тут еще у нас? Так, антенна. Антенна. Сейчас я повыше подниму. Антенна целая. Так, немножко она тут загнута, но это все выправляется. Так, что тут еще? Так, колонки я при упаковке, наверное, сниму. Так, входа я себе пробовал. Кабель не родной, сразу говорю. Кабель китаец, ну, батареи тоже, естественно, нет. Вот, ну, в общем-то, все, наверное.